Лейтенант неизвестный Эрнст. На тысячу верст кругом равнину утюжит смерть огненным утюгом. В атаку взвод не поднять, но сверху в радиосеть в атаку зовут твою мать. И Эрнст отвечает: есть. Но взводик твой землю ест, он доблестно недвижим. Лейтенант неизвестный Эрнст идет наступать один. И смерть говорит: прочь, ты же один, как перст. Против кого ты прешь? Против громады, Эрнст. Против 4 547 823 квадратно-километрового чудища. Против армии, флота и угарного сброда. Против культур гервышибал. Против национал-социализма, против глобальных зверств. Ты уже мертв, сопляк. Еще бы, решает Эрнст и делает первый шаг. И жизнь говорит: Эрик, живые нужны живым. Качнется сирень по скверам, уж не тебе, им. Не будет 1945, 1949, 1953, 1956, не будет. И только формула убитого человечества станет 3 823 568 004 плюс 1. И ты не поступишь в университет, и не перейдешь на скульптурный, и никогда не поймешь, что горячий гипс пахнет, как парное молоко. Не будет мастерской на Стресеньке, которая запирается на проволочку. Не будет выставки в манеже. И 14 апреля 1961 года в мастерскую не забежит Динка. И не положит на гипсовую модель мизинца с облупившимся маникюром. И она не вырвется, не убежит. И не прибежит на завтра утром. И опять не убежит. И совсем не прибежит. И не будет ни Динки, ни космонавта. Вернее, будут... Но не для тебя, а для берёсого Митьки Филина, который не вылез тогда из окопа. А для тебя никогда, ничего, не. Лишь мама сползет с конвертом, в котором смерть. Ты понимаешь, Эрик? Еще бы, думает Эрнст. Но выше жизни и смерти. Пронзающий, как свет, нас требует что-то третье, чем выделен человек. Животные жизнь берут, лишь люди жизнь отдают. Тревожаще и прожекторно, в отличие от зверей, способность к самопожертвованию единственна. Единственная Россия, единственная моя, единственное спасибо, что ты избрала меня.